пожалуйста, имя, фамилия, год рождения. Колян не сразу превратился в народного героя. Я понял. Я нужен людям. Почти 10 лет он кошмарил Пермь, покорял столицу, пробивал путь на ринге, пояснял за жизнь, за политику, за литературу. Ты первый живой автор, чья книга стоит на этой полке. Жутковато звучит. И только в прощальном сезоне он станет максимально близок к народу. Своя деревня, 500 гектар земель и пруд. Ну а что ты черноземье показываешь? Здесь такого нет и не будет никогда. Ты бы еще альпийскую корову из рекламы нам показал с заливными лугами. Реальные пацаны. Прощальный сезон. С 23 октября в 8 вечера. Пришло время возрождать традиции. Премьера на ТНТ.